Привет, друзья! Мы продолжаем учиться играть на пианино в рамках рубрики «Играем на пианино с нуля», и сегодня я вам покажу, как играть песню «Фогель, мальчик». Мы сыграем в виде аккомпанемента, потому что песня лучше так играть, потому что не очень будет красиво, если играть в мелодию голоса. Поэтому сейчас вам покажу аккорды, на которых строятся. Они простые, но вся сложность в этой песне — это ритмический рисунок. Но мы же хотим дальше учиться, дальше расти в этой области, в области пианино, поэтому стоит немножко потрудиться. А возможно, кому-то легко дастся. Так что начнем сразу с обучения. Сначала первый куплет у нас начинается с четырех аккордов. Первый аккорд — это ре минор. В правой руке ре фа-ля, в левой ре. Второй аккорд — ми мажор. Ми, соль, диез, ми, в левой руке ми. Третий аккорд — ля минор. Ми, ля, до, в левой руке ля. И четвертый аккорд — соль мажор. В правой руке ре, соль, си, в левой руке соль. И мы играем просто аккорд, жмем и поем. И еще раз, два раза мы играем эти аккорды. Следующая ритмическая часть. Аккорды остаются такие же, но немножко меняется ритмический рисунок. Чтобы было понятнее, давайте на звуках. То есть правая рука на звук ту, левая рука звук та. То есть играем ту. Ту-та-ту-та-ту-ту-ту. Так будет понятнее, возможно. Возможно, вы подумаете, что я совсем дурачок. Но пусть я дурачок, но кто-то поймет лучше. И следующая часть. Так, эту часть мы тута-тута играем два раза так же. Еще раз. Переходим к припеву. Это у нас третья ритмическая часть. Припев у нас начинается с аккорда фа мажор. И здесь ритмический рисунок чуть другой. Сначала вам сыграю, давайте. Заметили? Почти то же самое, что было до этого во второй части, но чуть-чуть по-другому. Ту-ту-та-ту-та. Заметили, что сначала мы продолжительное ту-та делаем, потом быстренькое ту-та-ту-та. Это очень странно звучит. Окей. А до этого было ту-ту-ту-та-ту-та. А теперь... Так, я запутался. А теперь ту-ту-так. Ту-ту-та-ту-та. Ту-ту-та-ту-та. Также играем два раза. И четвертая часть. И также другая ритмическая версия этой мелодии, этого аккомпанемента. Аккорды те же, как и в начале припева, тоже начиная с фа-диез, ой, с фа-диез, с фа-мажора. Только мы спускаемся на октаву ниже. Здесь берем октавы два звука. И здесь играем
тута, тута. А теперь еще медленнее. Будете играть медленно, разберетесь. Можно еще в настройках к этому видео замедлить воспроизведение, будет еще медленнее, чтобы вам проще было учиться. На этом, думаю, все. Я думаю, вы сможете теперь разобраться. Надеюсь, вам с тута-тутой вас не запутал, потому что я сам что-то придумал эту схему, потом запутался. Но, может, кому-то полезно будет. В общем, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь, лайкайте. Не болейте, всего хорошего. До новых встреч, до новых видео. Всем пока.